Пока израильская армия совершает рейды на территорию сектора Газа, иранское телевидение показывает туннели, которые Хамас выкопал под этим анклавом. Там хранилище для оружия, оборудование для выгрузки ракет и места отдыха. Абу Марзук, один из лидеров Хамаса, в интервью заявил, что организация, которую он представляет, не должна заботиться о безопасности беженцев и гражданских палестинцев. Это дело ООН и Израиля. Многие спрашивают, после того, как вы выкопали 500 километров тоннелей, почему нет бомбоубежищ, где могут во время бомбежек прятаться гражданские? Мы вырыли туннели, чтобы не быть целями для уничтожения. Эти туннели защищают нас от атак авиации. Мы бьемся внутри этих туннелей. Все знают, что 75% людей в секторе Газа являются беженцами. И это ответственность ООН защищать их. В соответствии с Женевскими конвенциями, это ответственность оккупантов обеспечивать их всем необходимым, пока они оккупированы. Тем временем представитель ООН Филипп Лазарини заявил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. Он добавил, что под обстрелы регулярно попадают мечети, церкви и больницы, а также приюты ООН, то есть объекты, где гражданское население пытается укрыться от обстрелов. Действия Израиля он назвал коллективным наказанием. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил со звездой Давида. Такие знаки носили евреи в нацистских гетто. Сегодня я сказал в Совете Безопасности ООН, что буду носить желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре молчания ООН, о зверствах, совершенных нацистами Хамас. Я ясно дал понять, что после Холокоста мы поклялись больше никогда. Известно, что под давлением США Израиль медлит с масштабной операцией в секторе Газа. А премьер Израиля Бениамин Нетаньяху извинился перед нацией за свои слова о том, что вся ответственность за неготовность страны к атаке Хамаса лежит на израильских спецслужбах. Сейчас не время перекладывать ответственность и искать виноватых. Так среагировало общество на его попытку снять с себя вину. Мы и дальше будем держать вас в курсе событий. Месси в очередной раз выиграл золотой мяч. Лионель стал лучшим футболистом 2023 года по версии культового издания France Football. 36-летний аргентинец стал обладателем золотого мяча в 8-й раз в карьере. Ранее он завоевал награду в 2009, 10, 11, 12, 15, 19 и 21 годах. Это что-то особенное. Футбол играют все и повсюду. С самого детства каждый ребенок хочет быть футболистом, быть профессионалом. И чтобы они мне говорили, что я могу быть среди лучших, для меня это честь, большая гордость. Главной заслугой Лео стала победа на чемпионате мира 2022 в Катаре. Нападающий привел Аргентину к третьему кубку в истории, а сам забил целых 7 голов на Мундиале. Кроме того, Месси отыграл 41 матч за ПСЖ, забив 21 гол и отдав 20 результативных передач. Вместе с парижанами аргентинец выиграл чемпионат и суперкубок Франции. Кроме этого, он провел шикарный сезон в американском клубе «Интер Майами», где своей феерической игрой поднял местный футбол на новый уровень. Чтобы иметь возможность поделиться этим с народом Аргентины, потому что, как я уже сказал, это награда для всей аргентинской национальной сборной и всего аргентинского народа. За то, чего я достиг, и за то, что мы сделали на чемпионате мира. В борьбе за приз Месси обошел Эрлинга Голланда и Килиана Мбаппе, занявшие второе и третье место соответственно. Следует отметить, что у ближайшего преследователя Криштиану Роналдо 5 мячей. Мне повезло много выиграть, когда я был в Барселоне, где я смог выиграть. И мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне. И последние два особенных, потому что они идут рука об руку с национальными командами. Следует отметить, что победителя выбирали журналисты со всего мира по одной из стран, входящих в топ-100 рейтинга FIFA. Каждый представитель СМИ выделил свою тройку лучших и по сумме голосов был избран лауреат. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Команда «Украина сегодня» работает для вас.
Страна-агрессор хвастается новой ракетой для истребителя Су-57. О том, что такую новую крылатую ракету создали, пишут пропагандистские СМИ. Сообщают, будто эта ракета имеет большую дальность и в то же время меньший размер по сравнению с теми, которые используются на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. В то же время эта ракета, по словам пропагандистов, якобы сопоставима по дальности поражения цели с упомянутыми ракетами дальней авиации. Как сообщает российское издание News.ru со ссылкой на РИА Новости, речь идет о том, что в дальней авиации крылатые ракеты имеют дальность от 1000 до 6500 километров. Пропагандисты пишут, что новую ракету якобы удалось сделать меньшей благодаря новой конструкции сложного крыла, внутреннего устройства и использованию малогабаритного турбореактивного двигателя. Российские СМИ хвастаются, что эти ракеты уже запускали по Украине. Однако эксперты очень скептически относятся к этим новостям из Российской Федерации. Издание Defense.ua проанализировало приблизительные размеры, вес и дальность этой якобы новинки российского военно-промышленного комплекса с учетом размеров отсеков, которые имеет истребитель Су-57. Аналитики пришли к выводу, что вероятнее всего новость о новой российской ракете – это еще одна выдумка российской пропаганды. Ведь даже разрабатываемая Соединенными Штатами ракета JASSM-XA, которая превосходит по размерам внутренние отсеки Су-57, не достигает заявленной Российской Федерацией дальности для своей новой ракеты Су-57. Тем более все известные разработки российского военно-промышленного комплекса даже не приближаются к тому, что декларирует Российская Федерация. Цитирую. Таким образом, даже вероятность существования крылатой ракеты в РФ для размещения во внутренних отсеках Су-57 крылатой ракеты с дальностью не то что 2500 километров, а даже 1500 километров более чем нереалистична и не соответствует текущим и даже перспективным возможностям российского военно-промышленного комплекса. Юлия Чичерина когда-то была известна всему СНГ как Любочка. С тех пор новых хитов она больше не спела, зато начала ездить с концертами по оккупированным территориям Украины. Декорации богемной тусовки на прифронтовые будни Новороссии. А смысл жизни и счастья она обрела не в далеком Тибете, а в родном и близком Луганске. Сняла украинский флаг с оккупированного Энергодара. Смотри, на здании. И феерически начала 2023 год, записав насквозь пропагандистский ролик о преступлениях укрнацистов. Долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. И предложением украинским военным ехать в Сибирь. Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. На лице бывшей звезды следы злоупотреблений то ли спиртным, то ли наркотиками. Но звезда ЛНР не прекращает гастроли для сепаратистов. Ее тянет к этой криминальной публике. Возможно, потому что нормальные люди ее уже воспринимать не смогут. Ехала как-то Екатерина II в Крым. И захотелось ей спать. А казаки тем временем выпивают, кушают и потихонечку. Гал-гал-гал-гал-гал-гал. Люба-люба-люба-люба. Гал-гал-гал-гал. Катерина, молчать! Спать хочу! И назвала Катерина это место Херсон. Все эти старания Чичериной оценила украинская СБУ. Ей объявили подозрение и грозит пожизненное заключение. Всех братьев по оружию поздравляю с наступающим 2023 годом. Ура! Хотя отсутствие ума – это тоже наказание. И его бывшая русская певица уже несет. У сверхдержавы все идет по плану. Настолько по плану, что обнищание среднестатистических россиян уже не могут игнорировать даже некоторые соловьевские эксперты. Я же не живу здесь, но я приезжаю. Мое впечатление, что основной пакет необходимых продуктов и того, что нужно для жизни, сегодня, на сегодняшнюю зарплату ваши граждане могут купить меньше, чем полгода назад. И еще меньше, чем полтора года назад.
от потока не присущей этой студии правды, остальные эксперты сначала даже немного растерялись, а после, немного придя в себя, словесно атаковали Кедми. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. Это что-то я совсем не понимаю, почему. Я не говорю про статистику, я говорю, что статистика нужно. Набор продуктов, которые нужен одному человеку. Вы, Витальевич, а вот проводили исследование? А вы откуда это взяли? Почему это так? Я не пойму. Из магазина. Я же спрашиваю простых людей. Насколько поменялось? То есть вы не просто смотрите, вы еще опрос проводите. Ну, дайте, я говорю, я просто спрашиваю человека, чтобы понять, что происходит. Вроде до этого вы только смотрели, теперь вы их уже спрашиваете. Вообще-то, соловьевская шайка зря переживает. Глашатаев все равно информацию подкорректирует. Вон, в Алтайском крае местный депутат предложил вместо того, чтобы провести в населенные пункты без интернета интернет, ну или хотя бы обеспечить доставку печати, отправлять туда пропагандистов, которые бы зачитывали местным жителям так называемые новости и другую пропаганду вслух. Ежемесячно посещают вышеуказанные сельские поселения, определяемые по итогам мониторинга доступности сигнала, обеспечивающего доступ к системе интернет для пользователей, и перемещаясь по улицам населенного пункта данного в течение рабочего дня с 9 до 18.00 устно зачитывают жителям вышеуказанных сельских поселений всю информацию. Я не понимаю, извините, реакции вашей. Вот уж точно прикоснулись к средневековому дну. А там снизу постучали из Бурятии, где раненого, но живого зэка-наемника Вагнер похоронили родственники. А через 40 дней военный преступник выписался из больницы и, вернувшись домой, мягко говоря, удивил родню. Что бы вы думали, в этой ситуации больше всего беспокоит как зэка, так и его семью. Правильно, 4,5 миллиона компенсации, которые теперь им придется вернуть. Мне еще сказали, что мне 4,5 миллиона надо будет выплатить. Ну, как бы они похоронку отправили, гроб отправили и дали денег. На этом все. Не забывайте о подписке, лайке и комментарии. Для нас это очень важно.